Менеджер по продажам и экономист по образованию Дарья Зайцева пришла за кредитом. Ей нужно 200 тысяч рублей. Предложенная ставка 18% годовых, срок 5 лет. Переехала в новую квартиру, решила сделать ремонт. Потребовались денежные средства, решила обратиться сюда. Слышала очень хорошие условия. Ну и нужда просто, наверное, заставила. Еще полгода назад в это отделение коммерческого банка ежедневно обращались не более 25 клиентов, рассказывают сотрудники. Сейчас те, кто хочет получить кредит, выстраиваются в очереди. Если брать 2015 год, это был периодом стагнации. Люди опасались за сохранение своих рабочих мест. Вы все помните прекрасно, что была волна сокращений. Многие организации сокращали свой персонал. Сейчас эта волна прошла. И сотрудники организации почувствовали, скажем так, большую уверенность. Количество займов, выданных самарскими банками, выросло с начала года в среднем на 10%. По оценке аналитиков, это симптом экономического оздоровления. Впрочем, рост кредитования может ускорить инфляцию. С точки зрения Центрального банка, рост потреб кредитования может вызвать определенные инфляционные риски, определенное инфляционное давление. То есть, когда население берет деньги, соответственно, оно их куда-то тратит и вызывает тем самым рост цен. По мнению аналитиков, спрос на потребительское кредитование осенью не уменьшится.